Сейчас я не понимаю, или этот, там продали какие-то деревни или посты. В России все покупается, продается. Там клептократия. Что, там что значит продать? Кто продал и кому продал? Обычный полевой командир этих миротворцев может продать, понимаете? Там сейчас такая ситуация, что, ну, мало ли, или хотя бы вот командир их, всех этих миротворческих сил. Ну, мало ли, он зарабатывает деньги, а там все пилится, все зарабатывают в России. Это никому не возбраняется зарабатывать деньги, тем более за счет каких-то там армян. Что им стоит, да, несколько миллионов долларов получил, сдал какой-то пост. Ну, мало ли, что там сотни армянских бойцов за этот пост полегли во время Карабахской, и первой, и третьей, и второй. А для них это ничего не стоит. Сдали, и с Азербайджаном отношения так более дружественные стали за счет армян. То, что сейчас делает Россия. Сейчас Россия показывает, что она настолько слаба, что для нее важны всякие такие преференции от Азербайджана и Турции.